Всем привет, это у нас мороженщик 1.1. Сегодня поиграем с дочкой. Так, давайте поиграем на нормально, чтобы на нас рот нападал. Да, вот сейчас все будем проделывать. Все, да, что нужно. Yes. Нет, конечно же, возьмем каната. Канат сейчас мы найдем. Он на одной из полок. Нет. Конечно же, на последний, да, будет? Нет, на предпоследний. Yes! Да, нашла. Молодец. Ой, на предпоследний. Хэллоуинская атрибутика. Да. Так, надо сейчас чувствительность поубавить. Вылезаем. Да. Может, кстати, из окна стрелять. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. И еще здесь камушки исчезающие теперь. Вот, смотрите. Они исчезают. Просто как снег тают. Вот слева, смотрите. Вот, все. С рогаткой прям залезли. Ой, а почему? А, то есть нам не надо заранее. Смотрите, карточка уже выпала, потому что мы обучение прошли. Так, рот здесь. Но все равно карту он нам даст поставить. Поставил. Вот эта хитрость была. Попали. Вива! У нас заметил. Да, он вива. Так бита. Сейчас мы сначала его остановим. У меня бесконечная рогатка. Так, едем в гараж. Да, дом. За канистрой. За канистрой. Да не тут-то. А, все, мы правильно приехали. Нужно только его сначала остановить. Так, ну его пока и нет. Ну, на шум рогатки он, конечно, прибежит. Бам. Вот рогатка. Сейчас его остановим. Ничего себе, от него как камни отскочили. И теперь едем на детскую площадку брать ключ. Нет, я хочу совет. Куда? Не туда, а туда. Пошли, только надо быть осторожными, потому что он здесь может быть. Да. Мы сейчас будем с тобой пока что ронять трубу для начала. О, нет. А надо будет... Вот, не туда. А нам надо все равно трубу-то уронить, не чтобы туда. Ключ забрать. Я не хочу туда. Бетонный блок нужно все равно ронять. Вот сейчас мы уронили. Нет. И побежим за ключом. Тебе это понравится? Да, понравится. Пока что в трубу лезем. Да. Скоро выходит Ice Cream 2. Разработчики сообщили о том, что выходит он... Да, по канату. Игра примерно... Вот, смотрите, куртка охранника. Вот. Что игра выходит примерно 13 декабря. В районе этого, или 12-го. Скорее всего, 13-го, как раз число такое хоррорное. И уже открыта пререгистрация второй версии. Ссылка на нее будет в описании видео. Ой. Можно, конечно, ему не показываться. Можно так пройти. Ах ты, ничего себе, он такой внимательный. Да, бам. Он. И побежали за рогаткой, потому что она нам пригодится в течение всей игры. Да. Мы пинбольный пистолет бежим, получать не будем. Так как у меня специальная версия от разработчиков монахини, то мне бесконечные камушки в рогатке. Так, все беру. Здесь есть такой прикол, что можно вот так пройти. А здесь приседаем, встаем. И все, мы на самом верху можем видеть рода отсюда прямо. А вон, смотрите, попаду. Так, странно. Попал. Бежим на блок. И просто скакиваем. То есть я заранее подготовился почву для отступления. Ничего себе, он похож на пчелу чем-то. На пчелу. Ну а за масленкой нам все равно придется к кафетерию перемещаться. Ну да. Кафетерию. Помнишь, нужно ворота смазывать? Да, ворота смазывать. Да. Так, будем защищаться рогаткой. Ой, он нет! Будем защищаться рогаткой. Да. Так. Ну-ка, нашуметь можно камушками? Да. Сейчас проверим. Вот так шумим. Но он, наверное, не слышит. Было бы идеально, кстати, если бы он слышал. Ой, он слышит. Ну, он не слышит, скорее всего. Ну-ка, если залезем.
Ищет, ищет. Ах, ты заметил. Так, тогда подготавливаем себе масленку. Пока пострелял по нему. Вот и масленка. Ее куда-нибудь выкинем подальше. Берем. У нас тут как раз фритюрницы стоят. Все реалистично. Ну-ка, можно успеть? И быстрее. Ой-ой-ой. Рогатка выпала. Бам. Видите, как я подготовил все. И успел, кстати. Так, рогатку выкидываем. Пока что относим масленку. Зачем я код от кассы получал, я не понял. У нас же есть рогатка. Бам. Так, дверь закрываем. Как раз таки он увидел меня здесь, у двери. И все, молодец. Мы за ней возвращаемся. Она где-то на столе. Прям стоит. Вот это фантастика. Да, бу-бу-бу. Да, дед Сузи. Плохо. Ой! Да на-на-на, успею. Попал. Я попал по нему. Кто-то похихи. Так, на детскую площадку. Мы там будем смазать ворота. Помнишь, он там как кошка умеет ползать? Да, так кошка умеет ползать. Вот и масленка. Висит. Пока что бежим с одной масленкой. Да. Потом... Нет, потом вентиляцию. Через вентиляцию? Но это не вентиляция. Это какой-то слив. О, кстати, вот это я классно придумал. Я ворота не откидывал, то есть они не нашумели. Так это слив. В слив, так в него нельзя идти. Разработчики не сделали такую возможность. Бам, вот туда. Бам, вот он там. Ничего себе, как далеко. Так, рогатку да. Берем. Да. Нет. Она лезет. Да. Масленку. Сейчас будем заправляться. Да. Потом кубу. У нас все еще не заметил. Вот сейчас он, конечно же, услышит падение ворот. И нам будет очень сложно с ним справиться. Надо будет ждать, пока он выберется к нам прямо. Иначе мы здесь с ним столкнемся. Бам. Заправляемся. Так долго. Да, разработчики сказали, что Ice Cream 2, скорее всего, выйдет в районе 13 декабря. Они подготовили уже пререгистрацию в Play Market. Ну да. Да. Пока. И можно, так скажем, заранее подготовиться к публикации игры. Ну, да. Ах ты, заметил. Ах ты, заметил. Так, ты что за мной это повторяешь? Бам-бам-бам. Отстреливаюсь, смотрите. Бам-бам-бам. Так, теперь едем на парковку. Наконец-таки. Да, наконец. У нас есть ключ. Заправленная канистра. Ой, на заправку, на заправку. А это парковка называется. Здесь обычно стоят машины. Парковка. Так. Сейчас подготавливаю. Ух ты, он где респаунился, прям при нас. Ой-ой-ой. Нам показали. Попал. Попам. Так, у меня бесконечные заряды в рогатке. Потому что файл от разработчика. Он здесь допадет. Прям туда стреляем. О, смотрите. Шедеврально. Можно успеть. Так, 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 так. Можно даже, в принципе, поехать на ней. Во. В него врезаемся. Попались. А как так-то? То есть его только можно со спины сбивать? Ищем изоленту. Да, изоленту. А, вот. На второй полочке оказалась. Ой, быстрее. Ой, нет! Это что такое? Жизнь осталась всего лишь одна. Осторожно. Смотрите, мяч для регби. Нам разработчики оставили подарок. Просто мега уровня. Это реально подарок. Потому что обычно здесь была рогатка, сейчас уже мяч для регби. Так, подходи ко мне. Я вот здесь шумлю как раз. Мне нужно попасть по нему. Да на! Да попала! Да, попала! Успел, успел, успел. Так, что я вообще выронил там? Снова на парковку. Да, снова на парковку. Ну
правда? Сейчас мы поедем на карте. Да, разбивать на карте. Гипсокартон. Сбивать гипсокартон. Так, у нас здесь что есть? Ну, в принципе, все. Жизни осталась одна. Так, давайте лучше возьмем рогатку. Все, садимся. И не разбиваем пока. Ой, это супер баг, конечно. Да, бом. Да-да-да-да. Это, конечно, вообще полный трэш получается. Отпускай. А туда, а туда. Сейчас нам надо развернуться. Может даже здесь, кстати, разбить все. Вот так. Я знаю точно, что у нас ключ теперь уже Пауль. Это ты с этой футболки. Ну да. Ага, какой пуск крутой. Пока вылезаем. И поехали снова за ключом, хотя мы его брали. Да. Но его почему-то здесь нет. Я видел, что он светился на детской площадке. Сейчас даже покажу, где он. Курсором, смотрите. Ура! Будем... Вот он, вот они висят. Вот они висят. То есть сейчас надо ключи в руку брать. Так, вот и... Что? Их... А, вот они. Теперь они в углу есть. На парковку. Успел до того, как рот спохватился. Мне сидят по магазам. А теперь мне сидят. Снова едем на карте. На карте? Вот, давай нажимаем W, вот сюда. На добой. W. Добой. Добой. На добой нажимай. Да, я уже нажимаю. Да, все, молодец. А теперь отпускай. Молодец. Ой. Так, у нас там Пауль. Так, где ты? Софию мы пропускаем, потому что у нас игра вылетела. Вот. Ух ты, куда уехал, молодец. Раз, задний ход идеальный. Да, получилось. Да, смотрите. Да. В два движения просто. Два движения, вот. Так, нам главное народа не наткнуться, понятно, что. Да, да. Ой! Это жесть, он был там. Нет, он не туда вошел, а туда. Так, все, я куда-нибудь поеду. Я сейчас в кафетерию. Вон, надеюсь, не заметит. Кафетерию. Ура. Да, у нас да, жизни да, пока да. Что три. Да. Мурлыкающий звук очень приятный. Так, пока что вниз ныряем. Вот давайте здесь нашумим. Да. А сами пойдем далее. За 235-м ключом. Выходи. Так, куда ты пошел, интересно? И на парковку резко. Да, я... Сейчас нам нужно найти специальные двери. Да. В которых будут лежать кусачки. Ну, да. Ну, где же они, кусачки? Сейчас мы их с тобой найдем. Но это так-то сложновато. Потому что здесь очень много ворот. И тесное пространство. Рот нас может поймать. Так, 235-240. Кусачки. Ты открыл гараж кафетерии. Да. Пока что отойдем. На посадку. Смотри, он, кстати, может быть здесь. Ёкарный выше, он здесь. Давайте дадим кругля специально. Вот так. Ну, и да, на второй ну, этаж. Да. Мы смотались. Да, мотаюсь. А вот здесь куда? А, вот сюда. Тут есть наш разлом. Мы сломали здесь гипсокартон на карте. Да. Пробираемся пока что. Можем прям так же вместе с прожектором падаем. Не упали. Ой, фигурка. Там фигурка. Сейчас посмотрим на нее. Там просто маска рода. Да не дес. Вот она. Вот, да. Да, это его вот маска она. Вторая запасная. Либо у него есть сообщник, либо ему нужна зачем-то запасная маска. Очень странно. Может быть, в мороженщике 2 будет у него сообщник? Это очень страшно. Давайте лучше бегом тогда и сбегаем. Нам для прохождения игры осталось только добежать до фургона. Ужас. Да, ужас. Да.
Сумим. Да. Закрылся. Бам. И Аркиза. В окрестности. Да, окрестности. И все, мы, получается, прошли игру. Да, 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 да. И Баба Ёжкой поиграем. У нас сейчас пока идет завершение игры Ice Cream, первая часть. И скоро выйдет вторая. Я напоминаю, что ссылку на пререгистрацию второй версии мороженщика я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Оцените прохождение наше с дочкой лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси.